Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него цепи на руках и на ногах, как колодки, или как говорят, оковы. Хорошо, оковы. Вышла копия. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Дениса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Дениса поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Дениса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Готов. Хорошо. Влад, разрежь эти цепи на руках и ногах, все эти оковы. Они выходят из биоробота, зависают. Готово. Отправляю их в клетку, тюрьму. И я даю команду на 4. Сканер сканирует пространство над головой Дениса, под ногами 360 градусов вокруг него. 2. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дениса. Находит все. Настя, демон. Он почему-то курит и играет на гитаре. О, гитарист. Хорошо. Крутится вокруг себя, пританцовывает. А что ты такой рад? Встречи нашей? Контракт у него. Уверен он в себе. Вот так ты даже уверен. Хорошо. Какой у нас там демон? Считай цифры над головой. С 14 до 16 вырос. Аж до 16 герц поднялся. Понятно, с 14. Сколько сидишь в его биополе? 7 лет. 7 лет. Хорошо. Контракт был осознанный? Или обманом подписал? Или алкоголь? Или как это было? Тебя приглашал в свою жизнь, кричал, демон, приходи, исполни мои желания. Или как это было? Кричал, мне уже хватает. Крик. Ты на крике заключил контракт, хочешь сказать? Пришел. Зашел. Зашел на крик. Понятно. Ладно, хорошо, будем дальше разбираться. Кто у нас еще, кроме демона? Суккуб. Суккуб. Хорошо. Синий дракон. Синий дракон. И арахноид. И арахноид. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Я даю команду тонкой копии Дениса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные, негативные, патогенные, низковибрационные энергии в его биополе. Страх, энергия неуверенности, энергии всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Сколько находился суккуб в этом биополе? 2 года. Синий дракон, цифры над головой. 31.11. 31.11. Как долго ты находился в этом биополе, синий дракон? 4 года. И арахноид. Сколько ты находился в этом биополе? 1 год. Ты присутствуешь в квартире арахноид? Кто из вас присутствует еще в квартире его? Никто. Хорошо. Ждем окончания реверса. У него какого идет боль, которой питался демон? Закончился реверс. Хорошо, установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Денис забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Вот, а назад возвращается человеческая энергия, потому что у него ноги в этих местах были стерты полностью. Он заполняет эти места на ногах и на руках. Готово. Хорошо. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Снимай всю свою паутину, все свои подключки, иголки вытаскивай, ничего не забывай, возвращайся назад, докладывай готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, просто по каналам сгорит в этой клетке. Он с головы достает и плечи у него, иголки, паутина. Готово. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. У него 3-й класс и верхоплату снял. Суккуб, выходи, отключайся полностью, снимай все, что оставил в биополе, возвращайся назад. Вот у суккуба, у него как рюкзак какой-то утяжеляющий, каменный, он снимает, который давил ему на позвоночник и ниже на ноги. Он помогал демону. Ну и плюс свои ленты разные кожаные у него. Все снял. Хорошо, демон, выходи.
что у тебя там еще осталось невытянутым, отключайся, снимай, возвращайся назад. В коленях конструкции снимается, которую он держался. А, понятно, поэтому боли в коленях были у него, да? Боли. Проще сказать, где их не было. И это все за крик? Ты меня удивляешь. Я сказал, зашел на крик. Хорошо. 7 лет назад. Ну и как ты дошел до подписания контракта, мне вот интересно. Медленно, наверное. Какие условия контракта? Жизнь через боль. Ну, жизнь. А он что получает за это? Жизнь. А так у него его не было, этой жизни? До того, как ты пришел? Ты что, воздух продаешь или что, я не пойму? Все внушаемо. Особенно во сне. Душа слабая, трясется от страха. И ты предстал перед ним в своем обличии, и он тебя испугался и подписал контракт. Как мне это понимать, демон? Все хотят жить при маленьком упоминании смерти. Запугал его? Да. Понятно. Хорошо. Он снялся. Чего они тебя боятся, демоны, я не понимаю. Хорошо, каналы мы сейчас не отстегнем, потому что у нас есть контракт. Демон говорит, что не его боятся, смерти боятся. Ой, ну это боятся те, кто не знает, что идет дальше. Тогда начинаем работать. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Денис должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Выполнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. С демоном вышел контракт. Хорошо. Денис, я обращаюсь к вам. Вы готовы сейчас расторгнуть этот контракт? Да, готов. Повторяйте за мной. Контракт и договора по закону свободы воли души и закону права распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она есть. Значит, контракт показывает, что демон сидит с пером, а Денис он указательным пальцем отпечаток ставит в этот контракт. И вот этот отпечаток сейчас ему назад вернулся. Готово. Хорошо, Денис. Открывая воронку в галактическое ядро 1-2-3, контракт вместе с фантомом контракта и всеми отработанными контрактами уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Подхожу к Денису, помогая моей энергии отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы, отсекаются. Есть. Открывая воронку в галактическое ядро, и контракты уходят на переработку. И канал уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Ну что, демон, есть у тебя контракт? Уже не такой радостный? Столько лет работы коту под хвост. Видишь, вот так бывает. Все убрали, каналы мы убрали, арахноид. Я тебя отпускаю. Всех отпускаю в первый раз. Если второй раз встретимся, будете наказаны. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово синего дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, суккуб, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, демон, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Под оковами открывается воронка в галактическое ядро, но они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Нет. Хорошо, поехали по частотам. Хорошо, Денис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Я рад, что я оказался здесь и был услышан. Спасибо вам, ребята. Во благо. Прекрасная работа. Во благо. Будем возвращать вас назад сейчас в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Дениса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга.
проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Туго заходил, готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.